What's up, guys? Да, это не мой приветствие. Всем привет, друзья, меня зовут Аня, вы были на мой канал и на мой влог. Да-да, очередной влог, и я опять иду на концерт. Уже второе видео подряд. Трэш. Стоп, ребят, я немножко отвлеку вас от просмотра видео. Дело в том, что это видео записывалось в августе, где-то в начале августа. А сейчас середина октября. Я извиняюсь, что я так поздно его выкладываю, потому что как-нибудь доходили руки, чтобы его смонтировать. В общем, сорян, но думаю, не будет как бы нестыковок по датам, потому что как бы я тут одета очень легко, и Настя приезжала к нам в августе, а сейчас уже середина октября. То есть извиняюсь, но все, давайте дальше смотреть, приятного просмотра. Я иду на концерт к прекрасной Анне Асти. Я ее обожаю, господи. И сегодня я к ней пойду на концерт. Я очень постаралась передать ту атмосферу, сумасшедшую энергетику, которая царила на концерте, потому что я это записываю уже после концерта. В общем, мне безумно понравилось, там такой маленький спойлер. Да. Но перед этим я пойду в кафе, покушаю, я вам тоже это все подсниму, покажу, кафе нереально красивое, так что, да, погнали. Стоп! Но перед этим, пожалуйста, подпишитесь на этот канал и поставьте лайк этому видео, потому что я старалась передать вам все, что я хотела. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка есть также в описании к этому видео. Там безумно интересно, выходят самые свежие новости, и вы первые все узнаете, когда будет видеоролик и так далее. Все, да, теперь точно погнали. Начинаем. Сейчас первым делом мы пойдем с мамой в кофейню, а потом уже на сам концерт. А вы что-то стоите? Пойдем. Я обожаю эту кофейню. Столько народу, лишь бы потом выехать быстро. Здравствуйте, дорогой Филипп Петросович. Прости, Филипп, привет. Сегодня мы находимся в замечательном, невероятном городе Сургуте, в котором прошло детство моей мамы и большая часть жизни моей бабушки. И мы хотим вместе с городом Сургут передать им огромный привет! Знаете что? Здесь вас очень любят, правда? И мы хотим для вас спеть. Ну что, вам это? Thank you.
равно быть лучшим завершением, чем Левень. Ютубер, короче, Аня, Асте ставлю лайк. Топ, теперь я ее фуна, здравствуйте. По парам в пьяном угаре, что... Всем привет. Мне кажется, я до сих пор не отошла с концерта, поэтому до сих пор пою. Короче, вы поняли, что концерт был сумасшедший. Я там пела на песнях, которые знала. И вообще, даже если кто-то что-то не знал, было все равно. Ты смотришь, тебе нравишься, ты кайфуешь. В общем, ребят, ходите на концерты, особенно крутым исполнителям, которые поют живую. Ой, ладно, я надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Спасибо, что смотрели именно до конца, до этого момента. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также не забываем переходить в мой телеграм-канал. Ссылочка в описании, напоминаю. Еще раз всем огромное спасибо за просмотр. Я вас всех очень люблю и целую. Всем пока-пока.